каждые 5 лет что-то во мне происходит, и каждый раз тумблер поворачивается иногда даже противоположно тому, что я хотел изначально сделать. Фотография, которую подходит смотреть зритель, да, на той же выставке, она неинтересна мне. Мне неинтересно, чтобы зритель подходил и смотрел на нее. Мне интересно, чтобы фотография смотрела на зрителя. Это мы говорим о портретах, если. Поэтому, когда у меня просто хороший портрет, это здорово. Но особенно, когда этот портрет смотрит на меня, когда я еще не доделал, а я уже вижу, что глаза на меня смотрят, а не я на них. Я считаю, что портрет удался. Вот портрет, глаза, прически. Свет, цвет, одежда. Вот когда это все совпадает, вот это хорошая фотография. Я иногда начинаю снимать, я уже знаю точно, что я вот эти два кадра сделал, и все. Может даже не снимать, потому что у меня все получилось. Потому что я изначально продумал, я позвал того человека, которого нужно. И сыграл со светом, который мне нужен на эту съемку. А вот если вот я иногда бы мог бы позволить себе на плечо какой-нибудь молодой девушки, которая сидит, мне улыбается, положить просто одну руку. Старую руку отца или там матери. Это уже начинается история. А историю можно развить. Я снимаю в квадрате, стараюсь, да, хотя я и 3 на 4 люблю, но в основном снимаю в квадрате, потому что это лаконично, да, есть определенная геометрическая фигура, которая заставляет тебя смотреть, как будто ты в форточку вообще выглядываешь. Я уверен, что можно просто снимать одно окно в подъезде, да, минималистически, и тоже можно получить много эмоций. Вот я просто когда-то увидел первые работы Майкла Кейна, Дэвида Фокса, мне показались они настолько магическими, что я посчитал, что это настолько здорово, что я не хочу ничего другого снимать. Я хочу снимать именно вот примерно то же самое. Понимаешь, это как книга. Вот ты ее читаешь, закрыл, а история продолжается в твоей голове. Ну и вообще спокойная фотография, которая ровная, сама по себе мне нравится. В ней есть пространство. Я вообще даже когда вот стараюсь снять воздух, да, я пришел, мне нравится, что происходит вокруг. И я уже тогда подбираю определенные моменты. О, возьму-ка я кусочек причала, прикрепил. Ну подожду теперь кораблик. Подождал. Кораблик проходит, придет еще один. Я посмотрел, мне все устраивает. Теперь жду птичку. Иногда приходится мерзнуть, иногда приходится переснимать все это дело, но все получается, вот людям нравится, это очень важно. Некоторые выставочные работы ушли, уехали на Запад и где-то там хранятся, в галереях приходят письма за номерами, за определенными. Это приятно, это приятно. Приятно, что я снимаю север. Я не очень-то люблю холод, если честно сказать, мне больше нравится жара, но именно снимая спокойные,
холодные вот такие вот ровные вещи, я получаю массу удовольствия. Ну вот я вот несу непосредственно такую фотографию. Спокойную, ровную, со своей атмосферой, наверное, вот так вот можно сказать. Это очень сложно даже. Представляешь, каждый раз нужно передать новым кадрам совершенно другую картинку. Совершенно не похоже. Но по стилю будет все одинаково, но картинка должна быть другая. Она должна нести другую историю. Я очень долго, года два ждал, когда у меня появятся утки в кадре. Были чайки, появились утки. И чайка в основном летит одна, а утки летят по три, по три четверо. То есть, и они, ну, наполняют кадр. Это совсем другая фотография. Совсем другой корабль может стоять, совсем другой лед. Приходишь, ну вроде бы ты все отснял уже, вроде бы, ну все, больше нечего снимать, и все равно находишь что-то новое, снимаешь. Когда очень много всего в кадре, вот натыкиваешь, да, вот если ты не пытаешься снять какой-то художественный момент, а выхватить природу, когда ты много-много всего натыкиваешь, да, конечно, ее можно долго рассматривать, там восхищаться всякими деревьями, листочками, копнами, да, стоящими там в поле, туманом, коровами, силуэтами смотрящими. Это будет все здорово, но выйдя в поле, я лучше сниму просто туман и одну корову. Это будет закончено. Зачем пихать много? Понимаешь, есть модно, есть стильно. Стильно и модно – это разные вещи. Так вот, лучше снять стильно, чем снять модно. Хочется чего-то другого, пока я не вижу. Хочется вот другую грань еще задеть, вот этого минимал, которую я вот не могу пока. Я ее пока не вижу. Я думаю, что лучше кадр еще впереди, поэтому я и занимаюсь фотографией. Я все еще нахожусь в эксперименте, но иногда мне нравится то, что я снимаю. Да. Но иногда я, конечно, недоволен, кажется, что я где-то не дотянул. Поэтому меня вот, вот этот момент волнует, нравится и не нравится. Когда тебе нравится, ты, ну, становишься такой фрильяжный, спокойный. Да? А когда не нравится, тебя будоражит. И вот эти два чувства немножко во мне мнутся. Хочется успеть сделать тот самый кадр. Для меня лично, я никому ничего не собираюсь заказывать. Как бы я иногда не хотел бросить фотографию, а иногда я об этом думаю, это не получается, потому что это уже стало как бы частью моей жизни. процентов успеха – это, конечно, название. А сейчас люди, даже снимая, даже ленится ставить название. Да? Про что фотография? Ну, вот фотографии, все. И нет названий под ними. А ведь название – это очень важно, что ты хотел передать человеку. Сейчас это исключено из фотографии, и очень повсеместно. Да? Либо интеллектуально люди юморно так делают название, и название играет большую роль. А хочется, чтобы было 50 на 50. Хорошее название – хорошая фотография.